Православные верующие отмечают один из главных праздников – Крещение Господнем. Согласно Священному Писанию, в этот день Иисуса Христа крестил в водах Иордана Иоанн Креститель. С тех пор ежегодно проводится обряд освящения воды. Провели его и на пляже Березка в Махачкале. По традиции здесь собрались сотни верующих. «Не крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение». После освящения Каспийского моря верующие с молитвой трижды окунулись в воду. Считается, что в праздник Богоявления она приобретает целебные свойства и очищает тело от болезни, а душу от греха.